И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и это прохождение игры Mad Max, пятая, ух, какой пятая, уже шестая серия. И, в общем-то, в этой серии я хотел, рядом с Гастауном тут что-то, какой-то тоннель или что, я что-то не понял. И, в общем-то, в этой миссии я хотел бы проходить второстепенные миссии. Да, у меня наконец-то карта заработала. Я не знаю, почему я дрова обновил. Но я думаю, это никак не связано, потому что AMD, как всегда, молодцы в дровах. Там все равно на оптимизации на Mad Max не появилось, которая мне и так не нужна. Но все равно я обновил дрова. Ну, вроде как помогло, конечно. Но, в общем, там все хорошо. Очистить лагерь на территории, завершить. Да, давайте-ка... Миссия, кстати, недоступна. Ладно. Надо баги будет найти, собственно. Да, так. Добраться до убежища жестянщика. Давайте-ка... Блин, я этот шар не захватывал, да? Ну, я так слишком далеко. Ладно, давайте сюда придем. Потому что не хочу с территории Джита уезжать. Потом там будет... А, нет, там не будет подгрузки, да. Совсем забыл. Подгрузок, когда уезжаешь с территории, на территорию нету. Ну, с территории в плане с крепости. Так, значит, ну да, едем к псу. Собственно, найдем нашего пса. Ах, вообще. Очень быстро мы едем с горы. А все это ведь раньше было под водой. Ну ладно, не так уж и страшно. Хотя нет, страшно. Ладно, пес нам нужен для того, чтобы минные поля обезвреживать. Так-то это не особо нужно, но в миссию выполню хотя бы. Сервятники к нам едут, да плевать я хотел на этих сервятников. Тем более, как их можно убить так-то, ну вот так вот. Ну, по крайней мере, одного, один сдох. Новый враг, пулеметы отморозков. Так, опа-на, братиш, здравствуй. Выкинься из своей машины, пожалуйста. Так, ну вот, все, найс. Ну, сегодня я вообще не собираюсь миссии выполнять, в смысле, основные, да, то есть сюжетные. Ну да, нет, все-таки я хотел сказать, что еще конвой бы хотел обезвредить, но все-таки нет, не на миссии это. Так, отлично, пугало уничтожили, это дело нужно делать. Конвой шлема. Хорошо, что он едет от нас, а не на нас. Хотя дорога чисто по этому конвою идет. Наш путь. Ну ладно. Так, да ладно, не надо мне говорить это. Ну все, мы съезжаем наконец-то с пути этого конвоя. Знаете, на самом деле очень много работы мне предстоит сделать за серией. Я ее обязательно сделаю. Например, зачищу лагерей так 5. Да, 5 лагерей зачищу. Мне союзные лагеря будут давать по 200. О, найс, вообще будет. Да еще у меня и так будет самому по себе много лома. Кстати, насчет лома. Давайте посмотрим. 20-ка. Ладно, не так уж и много. Можем, еще он так скорбит жестоко. И, кстати, вообще не особо-то его уничтожено. Каркас так-то сохранился нормально. Но тут остатки огня. Твой багги? Ну да, цел. Еще и пес? Где пес-то? А вот он пес. Опс. Да, Динки Ди вообще молодец. Так, ладно, чё, в крепость Джита ехать, да? Значит, отвезем этого пса, у нас будет пес. Ну, это так-то не особо не нужно. Ну, что ж, минные поля можем обезвреживать. То есть, если я буду собираться со всей территорию, то есть, сделать безопасной, то, собственно, пес мне поможет.
в общем-то, очистить минные поля, и тогда, да, территория будет полностью безопасной. Также еще, наверное, без записи вот эти шары очищу. Ну, я в эту серию ничего вставлять не буду, потому что перед ней я ничего не делал, да. Ну, собственно, вот, кстати, он лает, показывает, где минные поля, но сейчас я пока что не буду чищать, вон он на мини-карте показалось. Так вот, о чем я говорил. Да, после этой серии я буду без серии заниматься зачисткой лагерей, и, в общем-то, многим буду заниматься. Приближается буря. Блин, на самом деле, я бы был сейчас, если бы на нашем шедевре, было бы хорошо, но не на этом, не на этом. В общем-то, в следующей серии я опять так же сделал, как и в пятой, собственно, в предыдущей такой отрезок видео, да? Кстати, вон она, буря, черт. Ну, в общем-то, в углу будет в ускоренном виде то, что я делал без серии. Ну да. Черт, да эта буря, она быстрая. Ну, это ясно, да, что она быстрая. Ну ничего, крепость же-то уже здесь, а буря, буря здесь тоже. Почти. Буря, нет. Ну ладно, она на меня не сметет, все-таки хоть это и баги. Он слабый. А, нет, все, буря не доберется до нас. Хотя еще может попробовать. Нет, она не добралась до нас. Найс. Она здесь? Окей. А, все, закончилось. Да, вот я вспомнил. Вот здесь надо, собственно, вот и все. Я закончил миссию. Ну, сейчас он смастерит, тогда да. Все, найс. Джит готов мне выдать новую миссию. Это, я понимаю, миссию сюжетную, да, не пустоши? Так. Это да, это сюжетная, зеленая. Ага, приступить к миссии. Нет, мне это не нужно. Как говорил... Опс, куда мушка пошла? Как я говорил, буду выполнять сегодня второстепенные миссии. Просто машина слишком слаба, а без серии у меня сейчас, если я буду снимать... Ой, собственно, играть, да, то придется поиграть часа два, чтобы машину хоть как-то прокачать. Тогда у меня не будет времени на рендеринг. Да, тем более, вот сегодня я снимаю, я эту серию не планирую выпускать на сегодня, и выпущу ее на завтра, то есть не на 7 октября, а на 8. Так. Ну да, где у нас второстепенные миссии? Вот, собственно, попасть в пещеру рабов. Так, где еще второстепенные миссии? Мы можем посмотреть их здесь еще. Задание пустоши. Вот, выполнил. Так, это... Ага. Я поеду сейчас сюда. Можно еще вот эти две выполнить. Так, брюхорез, нужна качественная сталь. Ага. Так, наград, доступ к броне. Нет, нет, не нужно. Улучшение, максимальный магазин тоже не нужно. Арсенал в крепости Джиты. Ну, чё, можно, чё. Ну, туда, собственно, едем. Так, чё это? Нет. Ладно, просто снесем его оттуда. Хотя он, кстати, начал разворачиваться. Ну ладно. Все равно его теперь нету. О чем мне говорит, какие банки? Что? Эх, ладно. Жестянчик такой, жестянчик. Вот опять, вот мы здесь второй раз пробегаем. Ну-ка, ну-ка. То есть проезжаем, и он это говорит. Так, ну-ка, ну-ка, надо посмотреть, что тут есть. Так, ну все, что я здесь не вижу не с дорогой, так это вот это. Ну давайте. Офигеть, вы серьезно? Это вообще возможно вытащить? Ну, вроде да, вытаскивается. Найс. Я жду, мы не вытащим это. Так, что ж, здесь 6 лома. 5 лома. И 6 лома. Какие сокровища. Так, нет, давайте-ка поедем к
к чуваку, который может нас апнуть, да. Я к нему сейчас поеду, пожалуй. Потому что у меня очков тут так-то много набралось, так что поеду к нему, прокачаюсь. Еще мне это поможет, да. Потому что без снятия видео, когда я не улучшаю машину, потому что я это все буду делать, чтобы вы видели, конечно же. Собственно, на старой машине со старым Максом, на самом деле, это делать немножко хреново. Фига, нас перевернуло. Нормально. Так, и знаете, все-таки боюсь открывать эту мини-карту. Хотя перестал вылетать, но все-таки не буду. Да, собственно, в прошлой серии я вообще не мог открыть мини-карту. Она тупо не открывалась. Ну, как не открывалась? Игра вылетала каждый раз. После еще снятия той серии я пробовал раз так 5. И все равно не помогало. Я уж и установил всякую дичь, которая была в папке с этой игрой. Которая, по идее, должна была помочь. Но нет, она мне не помогла, кстати. Скорее всего, я бегу не туда. Либо я бегу совсем не туда, я не знаю. Сейчас, но я на миникарте увидел дорогу просто, которая, скорее всего, сюда ведет. А не та, которой я бегу. То есть пытался бежать. Черт, что так сложно-то? Нет, это не та дорога. Наконец-то. Какие-то чувачки там ездят. Ездят, ездят. Так, надеюсь, это та дорога. Да не похоже, что это та дорога. Здесь бы были всякие символы, такие какие-то чуваки на стенках, если бы это было то место. Вот. Вот это то место, да. Вот чуваки нарисованные. Такие вот кругляшки. Ну ладно. Что ж, как будто бы пила, кстати. Хотя, знаете, больше на порталы похоже. Ну ладно, в любом случае. Подойдем к нему. Когда-то у тебя было все. Цель, любовь, семья и друзья. И у тебя все отняли. Сейчас ты не тот, что был раньше. Твое я спит и хочет проснуться. Нет, я такой, какой есть. Может быть. Или ты боишься того, что внутри, кто внутри тебя. Боишься его слабости. Хватит. Ну хорошо, давай посмотрим, что у тебя внутри. Выходи. Да бог чтение текста. Так вот, естественно, чтобы получать больше лома, это никак-никак, повысить урон при атаке оружием ближнего боя, да. Ага, также еще прокачай, наверное, все-таки на раз, чтобы дольше применять оружие ближнего боя. По идее, это, да? Интуиция нет. Так, ну-ка, отжим, разумность. Метаболизм, чтобы пища восстанавливала. Так, ну это я прокачаю, да. Так, нет. Ну, отжим, ну, на единичку качну, сколько, 9, а еще, ладно, прокачаю еще раз. В режиме ярости, так нет, ну, наверное, этом. Я сейчас посмотрю, чтобы дольше применять оружие ближнего боя. Ну, давайте прокачаем это, чтобы я был дольше в ярости. Чтобы... Ну, это. Ну, я думаю, все. Погнали. Наша машина прямо вот здесь. Нифига себе, я еще чуть-чуть и упал. Весело бы было. Так, осторожно. Все нормально. Все нормально. Ну. Че? Отморозки пожаловали куда? Ладно, пофиг. Просто погнали на второстепенную уже наконец-то миссию.
будет у нас арсенал у Джита. После того, как я найду... что там, как я помню... Ну да, это нам нужно будет еще по точкам проехаться. Это, так сказать, продолжение этой миссии. И тогда у Брюхореза тоже можно будет построить эту тему. Да. Не, ну арсенал так-то и клевая тема, но... Так как это второстепенная миссия, я всего лишь туда еду. Так бы я за арсеналом, наверное, не гнался. Эх. Черт побери, погнали. Пулемет. Логово? Что ты знаешь про него? Немного. Там полно туннелей и землянок. Главное не ошибиться. Ну да. Ошибиться опасно. Для жизни, особенно в Mad Max. Так, точка уже рядом. Кажется, я нашел. Так, стоп, осторожно, могут быть дозорные. Так это вот это что ли тема, да? Ну да, она самая. Так, оба-на, чувак. Не стреляй. Спокойно. Ну все. О, кстати, он убил кого-то. Какого-то чувака. Судя по всему, он сбегал. Хотя, если бы он сбегал, он бы его убил раньше. Ну, короче, он шел сюда, и потом тут сказал, типа, и уходи. Он начал уходить, и типа, сдох. В смысле, его убили. Эх, ладно. И останется с ангелом. Ну, да, оставайся. Так, сколько здесь? 6 слонов можно найти. Нормально. Так, помню, здесь есть капканы. Нужно быть осторожным. Ну и чуваки, конечно же. Противники, как же без них? Что, думаешь, жесткий, что ли, да? Ну вот и все. Так, в прошлый раз я не выбрал этот, потому что здесь много капканов. Выбрал этот, но там все равно будет чуть в будущем капканы. Капкан, надо быть осторожным, я попался на эти капканы по 500 раз. Это было ужасно на самом деле. Так, вроде бы нету капканов. Знаете, я тогда вроде смотрел, вроде бы и нет все-таки, я не знаю. Но на капканы я попадался. Это было ужасно. Вот, союзные лагеря добыли соточку лома. Нормально. Будет так по 200 добывать. Один лом, нормально. Так, чё, о, 13 лома. Ну, что ж, ой, нет, нет, есть не нужно. 13 лома, еще плюс один с помощью способности. О, чувак. О, чувак, на капкан. Кстати, я этот капкан не видел. Вот когда этот чувак начал на меня бежать, я увидел капкан. Блин, этот чувак пробежал сквозь него, ему было плевать. Черт, кажется, мне придется поесть. Давайте поедим. Что ж, раз хп отнялись. Динки-ди, кстати, имя моей собаки. Ну, не в жизни, а вот в игре, да, вот, то есть собаки Макса. Либо тут всех собак зовут Динки-ди. Так, еще один капкан. Не понимаю, их так легко заметить, я в прошлый раз на них так же легко попадался. Просто по КД. Ну так вот что. Да, здесь больше нет капканов. Я помню эту миссию. Не так далеко я от нее отошел в своей игре. Здорово! Сейчас, по идее, должны понаскочить, чувачки. На, в режиме ярости, оба-на. Он тоже в режиме ярости. Эй, ты чё? Но в режиме ярости Макса атакуют медленнее, что плохо. Так бы все ок. Так, все нормально. Давайте просто сломаем ему щит. Я не хочу тут уворачиваться и страдать всякой фигней. Ну вот и все. Хотя нет, все не все. Ладно, давайте убьем его даже за... Да ёб... Ах, ладно. Давайте убьем его вот так. Да, нифига, он жирный.
Охренеть. А, наконец-то. Так, сколько я лома добыл? Один из шести всего лишь. Но здесь, по идее, не найдется 6 лома. Давайте попробуем найти. А, да, я только по одному пути прошел. Явно есть больше путей. Смотрите, у него почти со всего даются плюс один. Из-за детальности. А, я хочу просто забрать трофей. Вот и все. Можно попить. Кстати, пол хп отнялись за эту драку. Ой-ой-ой, как много хп-то. Вот мы прокачали количество хп максу, и на половину хп ушло больше половины фляжки. Ну да, также прокачали воду, чтобы он больше воды брал. Поэтому плюс 30% воды. То есть, понимаете, одна треть. Достаточно много чего. Ну что ж, здорово, чувачок. Мне сказали, кто-то тут знает что-то там. Тогда я тебя вытащу отсюда. Да-да, я. Все верно. Ты убил тех двух, что кормили меня. Меня звать... Запал, я из свинцовой фермы. А, да, все сказал, все равно, я не знаю, что-то сейчас хреново. Все как-то быстро прошло. Ну все. Все. Нужно добраться до маяка Джита. Тебя там уже ждут. Понял, отправляюсь. Задание выполнено. Найс. Наступен арсенал. Ну все, построим арсенал в крепости Джита, и все будет хорошо. Можно пойти туда так-то, оболтаться, но я не думаю, что там будет какой-то лут хороший. Даже наоборот, думаю, что я там потеряю хп из-за капкана. Так-то да, я там могу нормальное количество хп потерять. Ну как и здесь по обратному пути, если попаду два раза на капкан, то у меня не будет как бы хп. Хотя, по идее, здесь не должно быть. А, нет, есть, есть. Хорошо, и второй должен быть где-то тут, да, вот он. Ну вот и все. Так, отлично, одну миссию прошли. Ну, пройду, пожалуй, еще одну. Какую там у меня остались? А, черт, я уж не помню, какие миссии у меня там остались. Так, пожалуй, надо посмотреть. Ага, да, так. Доступ к броне схватка. Ну, мне так-то не нужна эта броня, ну. Улучшение максимально было на магазин. Это вообще бред. А, давайте это. Выберем задание и... Поедем туда. Насколько я помню, она достаточно долгая. Там стервятники будут нападать. Но это не так опасно, как нужно поезд тащить 100 лет. Вот это вот долго, да. Так, вот и все, кстати. Что-то лагерь работорговцев был очень мал. Не знаю, хотя... Это логично. Потому что они же делили между собой прибыль. А прибыль делить на многое количество людей, это совсем не то. Так, давайте-ка посмотрим карту. Что здесь есть? Я хотел посмотреть отметку. Да, вот она. Ну, погнали, чё. Ай, ладно, забью на него. Потом, может быть, в будущем как-нибудь забью, если я сюда вернусь еще. Какие-то там палатки. Ладно, плевать. А, это место лута было. А, пофиг. О! А, это боевой отряд, я думал, это конвой. Думал, ну все, опасно. Ну, давайте можем сбежать от них так-то. О-о. Так, надо, нужно это обязательно сломать. Ладно. Потратим гарпун на этого. Чего? Это зачем? Ладно, давай, давай, гарпун, перезаряжай. Так, минус дверь. Гарпуном 4 уровня можно на изяк сразу колесо сломать, и все. Что? Ты куда стрельнул-то? Колесо? Зачем? Кто кричит-то? Смотрите, я не могу в него стрельнуть. Охренеть, кто кричит-то? Там ты что ли? А, это он кричит. Трусишка? А, вообще трусишка. Он не видел, как мы эпично. Сейчас перевернулись, блин.
Лучше бы это был бэкфлип, конечно, но это был кто вообще боком. Я не знаю, как это называется. Чего это? Это... Ну, какой-то снайпер. Нужен маршрут конвой. А это что такое? Снайпер пустоши, что ли? Ладно, ок. Это был снайпер пустоши. Настя. Еще и пугало. Нормально. Так, задание уже скорое. О, я уже 19 кубов уничтожил. Черт, незаметно как-то. Дикарь второго левела. Кто кричит-то? Че там? Чуваки, что ли, есть какие-то в упавшем самолете? Хотя я не понял, почему самолеты упали в этом мире, так-то не должны. Нам нужна хорошая сталь, такая, чтобы сид. Тебе что-нибудь известно? Я знаю про них, норы старых железных змей. Там можно найти отменную сталь. Ну да, но и сервятников тоже. Красноглазые всегда на чеку. Просто покажи, где это. Вот здесь, за решеткой. Ну что ж, так мне должен за решетку отправиться. Да. Стой тут, я пойду в обход. Ну ты вовремя говоришь. Уже такой вошел. Да. Пятнадцать лома. О, плюс два. Нормально. Так, ну вот, все. Сколько здесь лома можно? 11. Черт, нормально. А, ну насколько я помню, здесь много лута. Рада сразу все забрался. Открываемся, ну да, открываемся, что? Хвала небесам. Да ладно, что это было несложно. Вполне так несложно. Главное, что ты починил машину, которую я опять же сломаю. Так. Ступай осторожно, вот и нарезай все эти сервятники. О, хорошо. Так, надо взять... Так, лом. Это дело нельзя пропускать. Оба на сервятнике. Черт, знаете, мне страшно. Очень страшно. Да ведь нифига не хоррор игра, мне страшно. Хотя место, знаете, страшноватое. Давай, исчезай, блин. Что это дичь? Ты тоже исчезай. Ладно, ну можешь упасть. А, нет, лучше бы она исчезла. Ладно, все найс. Метро? Да, в прошлом это было... Метро, кстати, было это подводное метро. Так-то да, под водой. Ну, я просто... У меня вообще в городе метро нет, так что... Ладно, что ж, чувачки, давайте, выходите. Разберемся. Дикие они здесь. Да ладно, не такие они дикие. Слабые, слабые. В первой самой миссии ведь они на нас нападали. Когда мы корпус для машины искали. Так что они слабые. Эти жалкие стервятники. Ну вот и все, ну что это? Это защита, что ли, ихней базы? Это какая-то... Это не защита, нифига. 3 из 19. Ой, 11. Ну да, кстати, хотелось бы, чтобы тут было 19 лома, но нет, 11. Только лишь 11. Так. Больше лома не видно.
О, вот еще есть. Такие сундучки классные. У них обычно много. Вроде нету. Собственно, где-то шумят, шумят они, но это все звуки просто так. Так, это что вообще? Что с этим делать? Что это? А, ясно. И, кстати, я тут нашел еще. А, лом. Сколько было-то? Три. Ой-ой-ой. Че, типа страшно, что ли? А, с ножом. Это вообще элитный. Слушай. Нормально. Ну что ж, погнали. Ах, опять мины. Ай, ладно. Кстати, думаю, что они носят меньше, чем когда мы были. Оба-на, ломчик. Черт, пропустил весь диалог сейчас. Ладно, это было невозможно пройти, наверное. А, ну да, вот и все. Я вижу, что слева еще есть лом. Ну ладно. Не спускать ногу с педали, главное. Ну ладно, допустим. Стоп, но надо рассчитать дорогу. В смысле? Воспользуйся гарпуном. Надо всего лишь не рассчитать, а уничтожить. Непрочный был босс. Зачем его было нужно было уничтожать гарпуном? На! Черт, зачем? Зачем я врезался в эту мину, блин? Ладно, окей. Кстати, здесь еще сталь, что ли, такая хорошая? Вроде просто вагон. За этот вагон как за чистую сталь борется. Ну ладно, окей. Да угадай, что, наверное, это непрочный блокпост. А, еще красноглазые. Ну да. Как говорит жестянщик. О, еще двое. Здравствуйте, ребятки. Такой смотрит. Даже не помогает, блин. Так, вот лом еще. Так, 15 лома, плюс 2, нифига себе, плюс 2 целых. И в 11 плюс 1, ну ладно, окей. Давай, погнали. Там я вижу уже свет в конце тоннеля. О, там еще был лом, ладно, пофиг. Сколько мы добыли? 7 из 11, ну, больше половины, нормально. Еще немного? Надо столкнуть его с обрыва. Окей, тогда сталкиваем. Бадабум, полетел. Найс. Осталось подать сигнал, брюхарец пришел сюда своих ребят. Ну да. Го подадим. Странно, они что, все это время, что ли, за небом следят? Подаст ли сигнал Мэтт Макс? Ой, Безумный Макс или нет? Эх, так что, как мне подать? А, вот всё. Все, пометь стакан нахождения вагона. А, отлично. Задание выполнено. Доступно новое улучшение. Броня-схватка. Давайте посмотрим, что за улучшение. Вот броня-схватка 500. Ага. Снижает урон при столкновении с техникой и объектами на 20%. А это снижает на 10.
Это неизвестно. Ну и скорее всего на 15, а это на 25. Ну, может быть, еще больше. Ладно, собственно, тут защита почти самая последняя. Так тут нет, он тут такая. И такая. Ну вот я смотрю, вот по этой полоске нормально, да? Ну и мощность и управляемость идет в минус. То есть, если тут она хоть как-то в плюсе. Тут она, как у меня есть, собственно, да? Управляемая, собственно, в минусе. Да. А тут и. Ну, тут вообще жестко, собственно. Но у меня даже лома нету на нее. Макс. Вот у Макса дофига улучшений. Давайте все их прокачаю, чтобы мне легче было защищать. Защищать лагеря, да. Вот. Отлично. И внешность можно поставить ему. Такую бороду. Вообще, типа, брутальный. Также вот что. А, ну у меня на этого нету. На этого нету лома. Ну вот все, ребят. Так, ты где? Что? Я так припарковался, серьезно? Ну как припарковался? Оставил машину в плане. Если это назвать припарковкой, то это странно будет. Ладно. Так. Равнина маяка. Ну, зачище получается, я думаю, вот абсолютно вот это все и вот это. Да, наверное, это. Ладно, ребят, что ж хочу сказать вам. Спасибо за просмотр. С вами был Денис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.